работа привлекла внимание британской разведки. Они следят за генералом Францем Валеном, безжалостным протеже Гитлера, который был направлен в Африку с неизвестным заданием. Их агент в окружении Валена молчит, и они хотят узнать причину. Мой первый пункт назначения – оазис Габерун, транспортный узел оси. Через него проходят отряды разведчиков и шпионы. Мой союзник – темнота. В этом районе несколько офицеров, отсюда я и начну поиски. Вокруг озера несколько холмов, как раз для моей винтовки. Если Вален был здесь, он оставил след. И я его найду. Так, а я приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Sniper Elite 3 просто. Так, это у нас вторая миссия. Британская нуждается в ваших навыках. Узнайте, чем занимался генерал Вален. Так, новые предметы у меня. Хорошо, начать игру. Обыскивайте мертвых. Понятно. Все это в картинках красочно так предоставляется. В пустыне шлагбаум. Ха-ха! Смешно. Ну что ж, это армия. Как во всех армиях, это так оно и есть. Итак, где я? А вот и я. Что у меня есть? Где мой камень? В случае чего? Отлично подойдет, чтобы скрыть звук выстрела. Хоп! Вот тебе и звук выстрела. Обыщем. Гранат полный боекомплект. В этом месте лучше достать бинокль. Кто тут еще? Давайте посмотрим. Вышка. Так, хотел спрятаться. Так, кто тут у нас еще в руинах копается? Так. Прямо под носом нету никого. Так. Уже лучше. Ну что ж, давайте попробуем тогда перестрелять их из винтовки. И да. Поди, в самом центре-то поди не надо было, да? Убивать. Ничего страшного. Следующий у нас вот он, ворог. Ждем. Первое правило для снайпера. Надо уметь ждать. На, в ухо. Как говорится, в одно ухо влетает, из другого вылетает. Бэм. Давай. Вот так. Потом, кто у нас? А, вот он, прям под носом у нас. Ну. На. Пробью лицо наизнанку.
Во. Вот он. Сидит, проблем не знает. Ну, он-то, может, и не знает. Но мы-то за него знаем, что он умрет сейчас. Давай. На. Заднюю часть головы снесло. Так. И вот сейчас интересный момент. Я хочу попробовать через палатку прострелить. Получится или нет? Ведь все-таки это брезент. Но тем не менее, игра может не позволить данный кураж произвести. А смотри-ка, пуля-то пошла. Все-таки палатка есть палатка. Нужно обыскать этот труп. Понятненько. Ну что, пойдемте? Посмотрим. Начнем отсюда. Кто у нас здесь первый этот труп? Где был? Вот так. Что-то взяли. Здесь что-то поимеем, нет с него? Тихо. Ух ты какой. На. Не успел. Ну что ж ты. А ведь на тебя возлаживали большие надежды. Давай-ка поднимемся. Так. Ничего не видно. Ладно. Ну, по крайней мере, в рукопашке мы одного убили. Какие-то у меня, может, здесь задания, какие-то инструктаж. Так, дополнительные задачи. 3 коллекционные карты, 1 снайперские позиции, 3 дневники, 11 дальние выстрелы, 1. Это на карте, как я понимаю, да? Ну, ладно. Вот мне это как-то... не особо искать и разыскивать карты. У меня тут миссии есть. И что мы имеем с этого трупа? Генерал-майор Кок, по вашему приказу я приложил карту офицерских назначений в Габурине. Я надеюсь, что она пригодится вам и генералу Валину, капитан Сальваторе. Разведданные назначения офицеров. Понятненько. Ладно. Так, офицеров. Так, ликвидируйте и обыщите офицеров. Чего? Чтобы найти разведданные. 3, ага. Ты что запыхался-то? Я еще ничего не сделал, ты уже запыхался. Бросай курить. Не понял. Кто-то стреляет, что ли? Вау. Генерал Франц Вален находится в Северной Африке, чтобы поддержать операции в рамках проекта «Эпидемия». Его работа имеет исключительно важное значение, и ваша обязанность помочь ему всеми возможными способами, если ему потребуются люди или ресурсы, позаботьтесь о том, чтобы все необходимое было немедленно предоставлено в его расположение. Распоряжение. Дисциплина и повиновение. Так.
Так, а где тут что сменить-то? Так. А, вот. Так. Смена. Вау. Стоим? Да, и стоим. На. Weitersuchen. Passt auf, wo ihr hintretet. Так. А вы пока туда идите, а я пока сюда пройду. Обманули. Так, ладно. Обманули, обманули. Так, а в траве я спрячусь? Блин. Ну-ка, давай-ка вот так вот. Тут же где-то недалеко, да, выход-то к нему. Где-то вот здесь вот он был. Я так думаю. Вот он. За стеной. Да что ее мать-то? Аккуратненько. Вот так. Обыщем. Господи, у вас тут ни хрена сколько. На. Вот так вот. И еще один вот отсюда откуда-то долбил. Вон он. А-а-а! Беги. Давай. Будем потихонечку орудовать. Давай, ты где-то здесь, скотина, прячешься. Вон он. Сейчас мы его подрежем. Падлу. Вот так вот. Так, что у нас? Ладно, пока есть патроны. Так, аптечка.
Или что это, бинт? Хватает, ладно. Так. Один выстрел, один труп. Вот так. А вы как хотели-то? Это война все-таки. Му-му. А вы думали, я тут сиськи му. А вот нет. Обыскаю его хорошо. Так. Первый, так, 100. Этот наверху. Как вот лучше поступить-то? Вон с того, наверное, и начну. Давай-ка наверх сначала заползем. Все-таки я осмотрюсь перед началом. Разведданные тоже дорогого стоят. Ловушка здесь убережет меня от внезапной атаки. Офицеры внимательнее рядовых. Так. Так, я что-то понять не могу. Так. Все враги помечены. Снайперская позиция. Что-то сомневаюсь, что вот так оно должно прямо быть. Так. Так. Как мне тебя поймать-то? На. В голову. Поймали меня, да? Ну, не совсем. Вот тебе. Больше шел ко мне. Давай. Блин. Конечно, давай. А вот как повредить-то мне его? А, пробел.
первый есть. Это который у меня здесь. Так. Спокойно. Пусть кажется, что вам показалось. Давай. В глаз. Давай. Вот так вот. Давай, тут осталось их один человечек. Ну что, пойдемте его уничтожим. Чтоб оно в дальнейшем не мешалось. Итак. Я думаю. Так, что у меня, все есть? Все есть. Я рад, что прихвостень Валена уедет проверять другие укрепления. Каждый раз, когда я вижу его, мы несем очередные потери во имя дурацких приказов из Берлина. Ой-ой. Да тот, кто это письмо писал, его бы на костре бы сожгли бы. Дурацкие приказы из Берлина. Во-первых, приказы не обсуждаются. Так. Где тут тела-то были? Так. Это есть. Это есть. Так. Что это такое? Ладно. Идем, нам еще два тела обыскать надо. Всего лишь. Так, давайте на карту посмотрим, я смогу так пройти к ним? Где я? А, ну, кстати, я так только и смогу пройти. Чуть впереди одно, и чуть позади второе тело. Так, и надо сейчас постараться как-нибудь по-быстрому это все обстряпать, деться. Так. Они пока еще не в курсе, да, что я так уже вышел на охоту. Трупы прятать. Сейчас я спрячу нахрен. Так, кнопка мыши 2, так, нажать.
Чтобы меня не заметили, придется прятать трупы. Ни за что. Я слишком ленив для этого. Я слишком ленив. Вот так вот. Может, мне даже и убивать-то их не придется всех. Так. Вот так вот. Надеюсь, меня пока не заметили. Так, смотрим. Смотрим. Давайте сохранимся. Так, сохранить игру. Сохранить, да. Идет сохранение данных. Так, перелазим. Надо потихонечку. Надо полегонечку. Опа. Все. Все, так. Снайперские позиции еще кого-то. Ох ты, ну-ка. Нужно убрать оператора прожектора. Так. А вот как мне его убрать? Так, по воде не пройдет, нет? Ну-ка. Как я тут? Ну, кстати, назад, блин. Как я понимаю, один вход, один выход. Ну-ка. Давайте проверим. Стоит поставить пару-другую ловушек на всякий случай. Ага, все-таки могу пройти. Хорошо. Так, а как ловушки ставить? Давайте посмотрим, что у меня есть. Так, ну это мина не такая. Заложить динамит или F удержите, чтобы бросить его. Ничего не знаю. Так, идем убивать. Так. Ну-ка назад. Попробовал, не получилось. Ух ты, какая красивая заставка. Так. Так, отсюда я смогу обойти? Воду не спускается, блин. Так. Неплохо. Да где у меня камень-то? Prestate informazioni.
Вау, там 4. Niente da riferire. Обыскиваем. Генерал-майор, присланный генералом Валеном, пытается сделать умное лицо и размахивает бумагами с каким-то очередным идиотским немецким проектом. Так. Я как понимаю, шороху здесь навел, да? Только не машина. Максимальное количество. Так. Где еще один-то был? Так, вот я отсюда стрелял. Так. Первый, второй, третий. Четвертый. Давайте-ка поднимем. Оружие. Я ж забыл, тут за каждый патрон сейчас биться надо. У этого автомата-то. Так, и что, посмотрим по карте, куда нам надо идти. Надо сделать небольшой крюк налево. Так, давайте. Нам еще того с радаром убивать. Как-то до него доползти и пристрелить его нахрен. Так, опаньки. Надо знать сразу, где они находятся, чтоб не было потом проволочек. А к этому мы сейчас, наверное, в гости зайдем. Нахально так, по-свойски, как себе домой. Так. Не знаю, правда, почему была задача его устранить. Мне вот тут он вроде как и не мешает. Ну ладно. Тихое убийство. Нам в зачет. На! Что такое тут? Снайперские патроны, наверное. Так. Так, ага, вон откуда можно было бы якобы стрелять. Так. Ну тут таких нету. Ладно. Сейчас мы его. Офицера этого. Будем выковыривать. Фашистская морда. Давай, нацик. Так. Контролляте ле арми. Стате алерта. О, кстати. Так, сначала обыщем вот этот труп. Понятненько. Потом. На! На! Вот так. Да, боевые искусства все-таки. Мы взяли торбу, но ничего не могло подготовить меня к бою и к храбрости противника. Я смотрел, как горстка южноафриканцев
штыками обороняла высоту. Индейцы до последнего защищали пулеметное гнездо, а австралийцев вообще можно было принять за демонов. Даже когда прорвались танки, пехота продолжала сражаться. В конце концов, сопротивление было сломлено, но память об их борьбе останется. Ну, неплохо, неплохо. Пойдемте обыщем последнее тело. Так, проверка бронетранспортера генерал-майора принесла большие плоды. Основная опасность исходит от мин и импровизированных подрывных устройств, а также от стрелкового огня по уязвимым точкам, пока маршруты проходят по безопасным зонам. Мины и взрывчатка не должны быть проблемой. Следуя результатам проверки, мы усилили взрывоопасные места защитными решетками. Это должно защитить транспорт от стрелкового оружия, за исключением маловероятно снайперского огня. Так, это что? Это где? Так, я как понимаю, мне надо по педалям дать. Эти грузовики, я перережу линии снабжения. Хорошо, ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, также оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!